Вот именно таким он идет. Идет, идет откат. Откат по стене, когда... Когда мы не расшибаемся. Чтобы наблюдать за него, вот об этой истории, его направили ее, чтобы это отвратить, обязательно, есть такие специальные упражнения, сначала очень близки к вызову контроль. Можно наугу. На угол. Ну, то же самое, на угол толкает. Понимаете, я обкатываю без каких-то ударов. Вот на этой же технике строится техника падения. Успокойтесь. То есть все мягко, таким образом обкатывается. Естественно, конечно, в случае с контролем, то есть с руками, так, да, допустим. То есть, вот и вот. Естественно, когда... Вот идет оружие, да? Да? Вопрос поставь. Ну прямо как на ноге вам представили, да? Видите? Если да, он говорит, что здесь уже.
Сюда. Куда он падает, мы нормально тогда дослушиваем.
контроля. Взять его влево, вот. Как это тянет еще что? Который, допустим, наносится такого уровня, такого. Они, естественно, должны все накатываться. Здесь почему я их сильно не сделаю, потому что фактически это очень опасно. Потому что после тренировки пойдет уже довольно такой. А когда уже ты разработаешь, найдешь себе вот эту степень свободы, и там так, каким образом? И ты можешь замужать где-то прокат, и человек быстро, конечно, сыпется. Это не бокс. Ни в коем случае. В боксе есть штампы, есть запрещенные удары из обдома. Вот на что я пойду, на голову. В боксе всегда человек партнер стоит перед тобой. Никогда нет двоих человек, никогда нет кого-то зона. Здесь ты можешь вести атаку с любых плоскостей. На атаку на работу. Не важно, где ты работаешь и как ты работаешь. Поэтому смысл, допустим, чтобы уйти в боксе, стоит противница. В боксе всегда противник перед тобой. У нас завтра на зайти эту надо. А проходил за вас сегодня? Конечно. Да? Конечно. И кандидатов сажали на это место и так далее. Будем показать. Стоп. В принципе, многие боксеры немножко завидуют нашей техникой. Возможности. Да. Весь напад идет, когда удар идет из ниоткуда. Когда удар идет из ниоткуда. То есть непонятно, как что реально. Ну да, да. Ну то есть, вот вижу, что здесь. Стоит вот, например, да. Он стоял, что тебя рассказывал. Пример. Когда человек не может ожидать, откуда можно ждать удара. Это то же самое относится к ногам.